Ну мы не умеем. Как правильно делать кунилингус, нахуй? Погнали, кунилингус. Куда? Давай, короче, так, ну, как мы договорились. Пацанов ебашим полный хард, а мне показывай объезды. Да, да, да. Так, потихоньку, не торопясь. Я поеду последний. Это не потому, что... Он начинается. Можно выезжайте, а там на секунду две остановились и уже поехали. Надо смотреть. Тоха не смог. Mm-hmm.
поедет там объезжать вокруг, а остальные хобби здесь. Ну, я еще пару траекторий сделаю корявых. Сюда подъезжайте все. Вот бывает, как объезжать? Да. Все, глушим. И по стартовской, наверное, можно, да? Диагонали, потому что в этой гонке будет очень много наклонных поверхностей, диагонали. То есть там будет цепуха камни, здесь такой грунт непонятный. Всегда стоя. То есть вы садитесь на жопу, вас сразу расколбасывает. Стоя, немножко лотяжечки, и грузить надо наружную подножку. Если у вас наклон с этой стороны, то вы грузите наружную подножку левую. И старайтесь, самому надо находить вертикально, а мотоцикл чуть-чуть под собой отклонять от горы. То есть чем больше вы отклоняете, тем лучше у вас зацеп. Больше в горе наклоняете, вас будет снизу. Вот эта фишка очень важная. Грузить наружную подножку чуть-чуть его от горы. Так, Антоха исполняет. Это просто пиздец, братан. Путилова был пиздец, а здесь пока еще ничего, да? Ну, пиздец, один. Как там подъехать-то вот к нему, я не знаю, ну-ну-ну. Внешнюю подножку, говорит.
Блять. Парни, после каждого препятствия, вот, например, в горку заехали, стараемся не разъезжаться покучнее, просто ошибки буду говорить. Вот этот спуск, он просто... надо нажать задний тормоз и отпустить мотоцикл в свободное падение. И задний тормоз вас прям закинет в поворот. То есть вы рулите, не трогая передний тормоз, а задним вы доворачиваете этот поворот. Когда ты в озеро пойдешь? Не-не-не. Оп. Парни, спуск, торможение, стоя, максимальная оттяжка. У вас будет, вот вы выбираете прям. Если неудобно тянуться до лапки тормоза, значит надо поднимать лапку тормоза. И что, при скоростной езде надо по-любому в оттяжке заводить. Что на спусках? Если вы не дотягиваете, лапку поднимать. И эта херня гора, а самых таких более крутых, надо изначально максимально медленно спускаться. Не сразу там плюх и потом оттормаживаться, а прям с самого верха тормозить и начинает нести, уже подотпускать тормоз. Да, у вас погасит. Ha 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 ha!
Что-то подзаглох. Блядь, ты заебал. Я что хотел спросить? Я прежде всего вам, блядь, средство передвижения, нахуй, а не роскошь, блядь. Где? Звонишь и нахер. Блядь, ну зачем ты это сказал? Теперь я буду об этом думать. Как тут объехать-то это? У Цапкова тоже не все в порядке, я погляжу с рулением по камням. Заебал глохнуть. Накрути холостого хода ты побольше. Так это у тебя экологический режим на светофорах. Хуяк отключился.
сенсей уебал. Ногой коснулся, все, пиздец. Не зачет? Ну, конечно. Он же спорт. А-а-а. Он супер хард вери спорт. А он же никуда не ездил, ни на романьяк, ни на сетка. Да куда ему, хули ему там делать? Он же пердун старый, блядь. Джарвис тоже не сейчас. Так он же не Джарвис, блядь. Ладно, дай комплимент человеку сделать. Андрюх, знаешь, что говорят? Я говорю, ты пердун старый, какой тебе нахуй романьяк, блядь. Ну реально. Нет, пизду, ты доедешь. Ему чтобы ехать, надо там год готовиться. Надо, блядь, 5000 евро, блядь, надо, да? Сколько? Ну сколько там мы считали, ты говорил, блядь, ехали. Ты говорил, сколько, 5000 евро надо? В прошлом году с Урала парни по ляму заплатили, чтобы ну 5000 евро, блядь. Ну это 10. Ну даже побольше. Нет. По ляму или лям? По ляму каждый. А потом нихуя себе, блядь. Да, это больше 10 тысяч евро. Ну это к тому... Самое дешевое это мегаватт. Особо. Я не понял, что он самый дешевый. Ну там 2000, к этому да? Еще и новый мотик нужен, потому что там пробег, да, охренеть. Да, там пиздец. Мотоцикл, пол мотоцикла там оставишь. Ну видишь, вот, блядь, этот Даня же ездил нахуй. Белорусы в бомж-стиле вышли, у них вышло по 400 тысяч. Охуеть. Ну это они, блядь, после гонки приезжали, вот такие вот, блядь, колеса. Ремонтировали нахуй. Все, ни технички, ничего, и сами переезжали туда-сюда. Это, ну, это нереально. Жестко, блядь, да? Пиздец, на. Я бы поехал. Нахуй надо, вот зачем? Вот какой смысл? Поехали. Нет, что там делать? Не, это как бы, чему, мечта жизни, рад ездить на романьяк, но это надо дохуя денег. Я не могу себе позволить. Если бы мог, я бы, конечно, с удовольствием. Ебать, у нас с тобой, мы настолько разные люди, у нас с тобой вообще кардинально разные мечты. У меня, блядь, мечта две этих лесбиянки-мулатки, нахуй, где-нибудь китаёзы, блядь, понимаешь? А у тебя мегаватт ёбаный, нахуй нужен? Блядь, наверное, когда я с тобой в Испанию езжу. Почему? Ну ты же не мулатка, блядь, или я что-то не знаю, блядь. Тебя зовут Джессика Родригес, блядь. Андрей, блядь, ты это, прекращай, блядь. Меняются мечты. Не, ну, блядь, что? Так, ты если спорт, заезжаешь на первый медленно. А если я спорт, нахуй? А вы, у вас как получится. Ему вот на первый, как я сейчас заехал, на первый медленно. Так он же не заедет на первый медленно. Ты серьезно спорт? Хочешь меня забегать в спорт? Ну давай, Кирюш, ты дальше, попробуй. Как ты поедешь, пока ты на спорт едешь. Кирюша, попробуй на этот. Я еду так, чтобы не падать. Ну, вот. Все, это правильно. А сейчас ты спалился, я парень. Я поэтому защиту рук не поставил. Кирюша, так, смотри, я сейчас тоже на первый поеду, тоже медленно, на. Но меня спорт не записывает. Я вот, поеду. Сейчас вот так будет. Если я сейчас это назад мотоцикл скатится вместе со мной, тогда супер лайт. Если один мотик, а я там останусь, тогда супер хобби, блядь. Тогда просто лайт. Не, лайт. Ну ты все подтвердил только что. Действительно, блядь. Я не хотел обманывать, я мог просто не заехать. Ты хорошо едешь, ты, блядь, по половину спортов просто вот мелкового, колобового, там, блядь, я могу еще вперед. Это ясно, когда ее. Везде. Не ко мне. Вот,
здорово! Ты чё, блядь? Ты хоть снимаешь контент-то? Что контент? Лошара. Тут реально скользко, пацаны, я автовороткий. У тебя хороший зацеп, сейчас он такой не совсем сухой. И дождя много не было, потому что по сухому тут сыпуха сыпет. По мокрому тут скользко, а сейчас такой средний, самый нормальный. Надо пробовать. А уже пора ехать дальше. Легкотня! Хода надо было побольше просто. Так, Евгений опасен, блядь! Штанга! Парни, у вас всегда два пальца, одно на сцеплении, другое на тормозе. Это всегда. Подъемы, не подъемы, спуски, это надо как бы приучить себя. Машинально уже. После трех кур уже. А там в карьере это не так глубоко, да, в принципе? Если... Тут все высоко. Если это... Мы в тебя верим, Жека! Так, Евгений Цапков. Дубль 18. И снова потерпел неудачу, сейчас его переедет. Юный спортовод. Защита отвалилась. Арма, защита арма. Две мулатки. Да. А?
Может, передумаешь? Все ж таки романьякс, а не две мулатки. Две мулатки на романьяксе. Да бросай его так кубарем, все равно продавать потом. Люди работают, а интересные. Видишь, палай ты. Резина, мотоцикл и скил. Здоровье, дыхалку, все пойдет. Это ты не купишь? Пачку сигарет. Да! Кстати, вот покурит. Давай, в следующий раз не, не заедешь, мы вот отсюда тебе поможем. Спасибо большое, блядь, братан. Ты очень помог. Легче стало так, чуть-чуть хотя бы. Очень. Поддержка, блядь, друзей. Просто легче со мной катается, но нет. Просто на следующий год вот мы это сломаем. Я жду пока. Короче. Так, Евгений Цапков, третья попытка. Это победа! Это победа! Я просто красавчик. Ты крутой! А что вы так долго-то, я не понимаю. А мы ждали, пока там Цапков заедет. Коробовна. Да, Жень. Старика, ты мысли Андрея озвучиваешь.